Турнир «Большая диагональ» существует 7 лет. За это время появились команды шашистов из разных уголков Новосибирской области, которые не пропускают ни одного первенства. В этом году на турнир прибыли участники из Искитимского и Чистоозерного районов, Искитима и Бердска. Только мы проводим. Только, ну, там есть еще сельские игры, там все. А вот такой по Новосибирской области только в Искитиме проводится. Шашки – это спорт интеллектуалов. Здесь нужна хорошая память, развитое логическое и тактическое мышление. Несмотря на простоту правил, играть в шашки учатся годами. На доске не может быть случайностей. Каждый ход точно просчитывается. Упускать этот вид спорта никак нельзя. Это умственный, развивающий вид спорта. Кажется легко, на самом деле это большая сложность игры. Чтобы постичь тайны этой игры, нужно очень много-много знать. На одну игру отводится 20 минут. За это время нужно успеть заблокировать все ходы сопернику и убрать максимальное количество его шашек. Большинство участников – ветераны. Играют как мужчины, так и женщины. Сейчас областные собираются, уже настоящие шашисты, которые умеют играть. Это, ну, взаимно. Игра, чтобы понимать, кто сильнее, кто слабее, кто подтянет, где, в каком месте надо подтянуться, потренироваться и так далее. Развивается, во-первых, развитие очень хорошее. Человек, наверное, уверенным становится, внимательным, уверенным. А так, взаимопонимание. Мы все здесь собираемся для того, чтобы друг друга знаем, для того, чтобы было взаимопонимание. Общаемся, интересуемся. Каждый подтягивается потихоньку. Если он проиграл, на следующий раз он хочет выиграть. По итогам соревнований две искитимские команды вошли в тройку лидеров, заняв первое и третье места. На втором – берчане.